За последние два года в Самаркандской области число резидентов IT-парк выросло с 15 до 46. Объем услуг превысил 17 миллиардов сумм. Доля экспорта составила 1,2 миллионов долларов. Количество трудоустроенных молодых айтишников достигло 300. Из 46 субъектов предпринимательства, зарегистрированных в качестве резидентов, 9 ведут свою деятельность как BPO-центры. Они предоставляют иностранным партнерам услуги удаленного колл-центра и оказывают поддержку зарубежным логистическим компаниям. К примеру, экспорт услуг данного центра, открытого в Самарканде, в прошлом году составил порядка 200 тысяч долларов. В IT-парке работают более 50 молодых ребят. Так как многие наши граждане сейчас в Америке и в основном работают в траковой системе, то есть в логистике, мы им обеспечиваем грузами, как в роли диспетчера. Более 5 лет мы в этой сфере. Аутсорсинг и бизнес-услуги предлагает еще один резидент IT-парк с 30 логистами. Центр создан для работы в сфере транспорта и контроля за движением грузовиков в США. На базе технопарка действует BPO-школа, где ведется подготовка кадров в сфере международной логистики. В этом году у нас есть план. Мы работаем над проектом, который в дальнейшем мы будем работать в Европе. Будем развиваться и повысить объем экспорта. IT-парк – уникальная площадка для развития информационных и коммуникационных технологий. Появление технопарков приумножает интеллектуальный капитал, развивает IT-предпринимательство. Будущее всего мира за ИКТ. И это общепризнанный факт.